Купюры фильма «Бесценные дары». Нью-Йорк, 1966 год. Об этой возвышенной и легкой системе йоги, которую именуют Бхакти-йога, говорят все ачарьи или великие религиозные лидеры Индии, такие как Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишну-свами, Нимбарка и позднее Господь Чайтанья. Итак, это традиционная практика, рекомендованная в ведических писаниях. Эта простая мантра может даровать освобождение людям этого века. Yeah.